Всем большой привет! Наконец-то мы с вами сегодня начинаем вязать мой грибочек. Прочитала все ваши комментарии под последним видео. Спасибо огромное за комплименты и грибочку, и мне очень-очень приятно. Вдохновляет снимать мастер-классы быстрее. Вот поэтому сразу же вам записываю. Так, по материалам. Грибочек у нас игрушка не маленькая. Он получился, если учитывать от шляпки до ножек, 35 сантиметров. Если учитывать без ножек, то около 27. Уходит на него 2 моточка пряжи. Так. У меня это плюшевая Гималая Dolphin Baby. С обычной полухопкой вязать я пока не пробовала. Как только попробую, сразу вам дам знать, можно ли это делать. Так, вот такого белого у меня ушло больше половины. Вторым цветом у меня в этот раз будет такой посветлее. Его уйдет практически весь моток, останется там, ну, вот такой вот клубочек небольшой. Это у меня, я вяжу крючком 4 мм. Самый обычный китайский с силиконовой ручкой. Вот он. Вяжу я довольно-таки плотно. Поэтому у вас может не остаться пряжи. У меня немножко остается. Так, нам потребуются вот эти 2 мотка. В этот раз я использовала вот такие мультяшные глазки. Они на безопасном креплении. Вот. С заглушками. Размер глазок в длину 2,5 см. В ширину 1,8 см. Также нам потребуется красная нить для вышивания ротика. Это у меня Yarnart Jeans. И черная, тоненькая. Я купила себе когда-то вот такой моточек 50-граммовый 100% хлопка Vita Coco. И использую его всегда для вышивания личика. У игрушек. Мотка мне этого уже хватает. Этому мотку, точнее, уже больше года. И вот он еще практически полный. Так что возьмите себе, не пожалеете. Очень удобная ниточка. Также я использую вот такую длинную иголочку с широким ушком. Мы будем пришивать ножки и ручки. Потому что если их ввязывать, они ложатся совсем не так, как нам нужно. Вот, то есть, видите, они у меня под углом пришиты. Я покажу, как будем пришивать. А если ввязывать, то они бы вот так некрасиво висели бы сбоку, это было бы не то. Также на ножках. Ножки бы тоже ввязанные смотрели бы в разные стороны, поэтому я их пришиваю. Мне так кажется намного симпатичнее. Вот. И, конечно же, нам понадобится наполнитель. У меня это вот такой, называется Hollow Fiber Прочес. Шариками я пробовала, не смогли мы подружиться. Совсем у меня он не укладывается как надо в игрушку. А вот такой отлично набивается. Я прям рада такой использовать. Все показала. Если что-то забыла, спрашивайте из материалов, я вам подскажу. Номера цветов, кстати. Молочный у меня 80-308. Вот этот светленький у меня 80-317. Пусть это будет у меня грусть. Это был боровик, это будет грусть. А вот это вот номер цвета я оставлю вам в описании к этому видео, потому что уже не помню его, какой он был. Вот, все рассказала. Давайте приступим уже к вязанию. Вяжем ножки. Начинаем с темного цвета. И потом будем менять на светлый. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Продолжаем вязание со второй петли от крючка. Вот у нас первая петля была. Мы вяжем со второй. Провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю 1 столбик, в следующую второй столбик и в следующую третий столбик. В оставшуюся петельку
провязываем 3 столбика без накида. Первый получается с одним основанием, второй и третий. Развернулись на другую сторону. Теперь с этой стороны также вяжем 2 столбика без накида. Провязали первый, в следующую петлю второй. Остается одна петля, в нее вяжем прибавку. Раз, два столбика с одним основанием. Ставим в конце ряда маркер. У меня ниточка контрастного цвета. Вяжем второй ряд. Прибавка. 2 столбика без накида. Первый. Второй. Дальше мы вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый. Второй. В оставшиеся петли мы провязываем прибавки. Их у нас получается 2. Первая прибавка. И вторая прибавка. Закончили второй ряд. Третий ряд мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка, 1 столбик, прибавка, провязали. Дальше вяжем 2 столбика без накида, первый, второй. Дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка, 3 раза. Первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка, третий столбик, прибавка. Провязываем 2 столбика без накида, первый, второй. И в оставшиеся петли провязываем 1 столбик без накида, прибавка, 2 раза. Вяжем первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка. Закончили наш третий ряд, вяжем дальше четвертый. Будем вязать столбики без накида за заднюю стеночку петель. Вот у нас есть передняя полупетелька и задняя полупетелька. Вяжем только за заднюю. 22 столбика без накида, без изменений до конца ряда. Вяжем так самостоятельно. Вот у нас, видите, образуется с этой стороны такая полосочка из передних полупетелек. Довязали ряд до конца. Следующий, пятый ряд, мы вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем убавку. Я провязываю ее за передние полупетельки. Вот я захватываю на крючок 2 передние полупетельку и протягиваю ниточку. Сделали убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый. Второй, третий,
четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Провязываем прибавку. И провязываем оставшийся один столбик без накида. Закончили наш пятый ряд. Следующий шестой ряд мы также вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем убавку. Вот снова я провязываю за передние полупетельки. Можете делать так, как вам удобнее. Я делаю так, потому что ее потом не видно. Она не выпирает и сильно не отличается от всего вязания. Так, провязали убавку. Дальше снова вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй. Повторяется наш пятый ряд. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Провязываем прибавочку. И последний один столбик без накида. Так, закончили шестой ряд. Следующий ряд седьмой. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше провязываем подряд 2 убавки. Первая. Вторая. Вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И в оставшиеся снова провязываем подряд 2 убавочки. Первая убавка, вторая, вяжем следующий восьмой ряд, сейчас посчитаем, первый, второй, третий, четвертый, так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, вяжем восьмой ряд, 3 столбика без накида, первый, второй, третий. Теперь вяжем 4 убавочки, также все подряд. Первая, вторая, третья. И четвертая убавка. Провязываем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И в оставшиеся петельки мы вяжем убавку. Закончили наш восьмой.
Закончили восьмой ряд. Вяжем девятый. Так. В восьмом ряду не довязываем столбик до конца и меняем наш темный цвет на светлый. Вот, мы не довязали столбик. Теперь протягиваем ниточку светлого цвета. Подтягиваемся. Все. Продолжаем теперь уже девятый ряд. Мы поменяли нить. Девятый ряд вяжем 2 столбика без накида. Эти ниточки оставшиеся я сразу ввязываю, чтобы они потом у нас никуда не вылезли. Первый столбик провязали. Второй провязали. Теперь вяжем убавку. Все, я думаю, достаточно. Ввязала ниточки. Так, убавку 1 столбик без накида. И снова убавка. И дальше уже довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Закончили вязать девятый ряд. Следующий, десятый, мы провязываем уже без убавок и прибавок, просто 11 столбиков без накида. Вяжем их самостоятельно. Довязали ряд, наполняем ножку не сильно плотно, вот такая она у меня остается мягенькая. Больше мы наполнитель добавлять уже не будем. Вяжем 11 ряд. Три столбика без накида. Первый. Второй. Третий. И провязываем убавку. Дальше довязываем 6 столбиков без накида до конца ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Такая у нас получается ножка. Дальше с 12 по 16 ряд мы вяжем по 10 столбиков без накида. Это получается у нас 12, 13, 14, 15 и 16 ряд. 5 рядов. Довязали 5 рядов без изменений по 10 столбиков. Вяжем последний 17 ряд, 2 столбика без накида, первый, второй, провязываем убавку, вяжем 3 столбика без накида, раз, два, три, снова вяжем убавку. И в оставшуюся петлю провязываем 1 столбик без накида. Делаем соединительный
столбик. Следующую петлю и ниточку вытягиваем. Я оставляю нить подлиннее, потому что буду пришивать к туловищу этой же самой ниткой. Вторую ножку вяжем точно таким же способом. Далее будем вязать ручки. Смотрите, какая у них форма. Будем вывязывать вот такой пальчик. Вяжем ниточкой светлого цвета. Набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Со второй петли от крючка мы вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. В оставшуюся петлю вяжем 3 столбика без накида с одним основанием. Первый провязали, второй, третий. Дальше вяжем 1 столбик без накида и в последний провязываем прибавку. Первое, второе. Все, провязали первый ряд. Отмечаем окончание маркировочной ниточкой. Вяжем дальше второй ряд. 7 столбиков без накида. Так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой, и в последнюю петельку мы вяжем прибавку. Следующий ряд провязываем 3 столбика без накида. Это у нас уже идет третий ряд. Первый столбик. Второй, третий. В следующую петлю мы вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Первый столбик в эту же петлю мы вяжем второй столбик и в эту же петлю вяжем третий столбик. Все, дальше провязываем 4 столбика без накида в каждую петлю. И в последнюю оставшуюся провязываем прибавку. Дальше вяжем четвертый ряд. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь вяжем подряд 3 прибавки. Первая, вторая, третья. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В пятом ряду провязываем без изменения, без прибавок и без убавок 15 столбиков без накида.
Провязали. Следующий ряд у нас идет шестой. Мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь вяжем подряд 3 убавки. Первая убавка. Вторая. Третья. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И в последней петельке опять вяжем убавку. Все, закончили наш шестой ряд. Дальше вяжем седьмой. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь мы делаем убавку с 3 петель. Вводим крючок под первую петельку, сразу же вводим крючок под вторую петельку и еще раз вводим крючок под 3 петлю. Передние полупетли я всегда захватываю. Вы можете захватывать обе. Так, теперь выводим ниточку через все петли на крючке. Через первые 3. Самую первую оставляем. Так. Вот. У нас на крючке получилось теперь 2 петли. И их уже провязываем вместе. Сделали убавку из 3 петель. Провязываем оставшиеся 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый. Далее 2 ряда. Это у нас 8 и 9. Мы провязываем по 9 столбиков без накида. Без убавок и прибавок. Первый, второй. Вяжите их самостоятельно. 2 ряда. Провязали. Следующий 10 ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Провязываем убавку. Провязали. И теперь вяжем 4 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый. Ручку можете не наполнять совсем, либо можете добавить слегка наполнителя, но чтобы она осталась вот такой формы. То есть, чтобы она не стала кругой, а совсем немножечко. Вот у меня здесь есть наполнитель, но прям минимальное количество, чтобы не потерять форму ручки. Такую немножко плоскую. Все, я добавила наполнитель совсем чуть-чуть, видите, форма не изменилась, такая и осталась. Дальше мы провязываем 11 и 12 ряд, 8 столбиков без накида, 2 ряда. Провязали так 2 ряда, верхнюю часть наполнитель я уже не добавляю совсем, то есть у меня вот до этой части у меня есть наполнитель немножечко, а здесь уже совсем пусто. Следующий вяжем последний ряд, 13. 2 столбика без накида, убавка. И так повторяем 2 раза. Вяжем 1 столбик. 2 столбик. Следующая убавка. И второй раз точно так же. Первый столбик. Второй столбик. Убавка. Делаем соединительную петлю, соединительный столбик и вытягиваем ниточку. Опять же, я буду пришивать этой же самой ниткой. Мне это очень-очень удобно.
особенно большой иглой. Я покажу, как это делать. Это правда очень легко делать и просто. Всю ниточку я оставила себе длинную, обрезаю и вытягиваю. Ручка готова. Вторую вяжем точно таким же способом. Вяжем туловище. Полностью все вязание идет светлой нитью. Темное будем вязать отдельно шляпку. Так, набираем в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Последнюю петельку. Дальше следующий ряд мы будем вязать 8 прибавок. В каждую петлю предыдущего ряда у нас вяжется прибавка. Вяжем их 8 раз. В конце ряда у нас получается 16 столбиков без накида. Провязали третий ряд. Вяжем один столбик без накида прибавка. И так повторяем 8 раз. Первый столбик вяжем, следующую петлю прибавка. Второй раз вяжем столбик без накида прибавка. И дальше вяжем так самостоятельно. В конце ряда у нас получается 24 столбика. Довязали следующий четвертый ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида прибавка 6 раз. Провязываем первый, второй, третий, прибавка. Первый, второй, третий, прибавка. И точно так же провязывайте еще 4 раза. Довязали. Следующий ряд у нас пятый. Мы провязываем уже 4 столбика без накида прибавка, также 6 раз. Повторяем до конца ряда. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Вяжем прибавку. В конце ряда получается 36 столбиков без накида. Провязали 5 рядов. Дальше вяжем 6 ряд. Три прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая. Третья. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вяжем прибавку. Снова провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой.
Вяжем 3 прибавки. Первая. Вторая. Третья. И дальше довязываем уже столбики без накида до конца ряда. Должно у нас получиться их 17. Всего в ряду получается 43 столбика без накида. Так, первый я уже провязала. Кстати, может быть, кто-то не знает, если вам не подходит скорость моего вязания, например, я вяжу слишком для вас медленно или наоборот быстро, в правом верхнем углу нажимаете на 3 точки, там будет графа «Скорость воспроизведения». Можете там себе выбрать, либо увеличить, либо уменьшить уже, чтобы вам было удобнее. Все, довязали до конца 6-й ряд. Дальше вяжем 7-й ряд. Сначала провязываем 32 столбика без накида. И потом будем вывязывать прибавки. Сейчас самостоятельно вяжем 32 столбика. Провязали. Дальше мы вяжем 1 столбик без накида прибавка 3 раза. Первый столбик. Прибавка. Второй столбик. Прибавка. Третий столбик. Прибавка. Провязываем оставшиеся 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Восьмой и девятый ряд мы провязываем по 42, так, по 46 столбиков без накида. Два ряда, 46 столбиков. Провязали. Десятый ряд. Провязываем 32 столбика без накида. И дальше будем снова ввязывать убавки. Я провязала. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида прибавка. И так повторяем 3 раза. Первый столбик. Второй. Прибавка. Первый, второй, прибавка и третий раз. Второй столбик, прибавка. Дальше провязываем оставшиеся 5 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый. Провязали мы 10 рядов, 11 и 12. Вяжем по 49 столбиков без накида, 2 ряда. 13 ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый. Прибавка. Второй. Прибавка. Третий. Прибавка. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Прибавка. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой.
Дальше вяжем один столбик без накида, прибавка, 3 раза. Первый столбик, прибавка. Второй столбик, прибавка. Третий столбик, прибавка. Дальше провязываем до конца ряда 23 столбика без накида. В общем, у нас в 13 ряду получается с вами 56 столбиков. В 14 ряду мы вначале провязываем 39 столбиков без накида. Провязали. И дальше вяжем убавка. Восемь столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И снова провязываем убавку. Оставшиеся 5 столбиков без накида провязываем без изменений. Довязали 14 ряд. Дальше будем вязать с вами 15. Сначала провязываем 41 столбик без накида. Провязали. Далее вяжем убавку. 2 столбика без накида. Первый, второй. Снова убавка. И дальше провязываем оставшиеся 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Шестнадцатый ряд. Вяжем убавка. Восемь столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И еще 3 раза провязываем убавка, 8 столбиков без накида. Самостоятельно. Довязали убавку 8 столбиков без накида 4 раза. Дальше мы вяжем снова убавку. Один столбик без накида. И еще раз убавка. Довязываем оставшиеся 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Закончили 16 ряд. Вяжем 17. Так, провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем убавочку. Далее провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
6, 7, 8, 9 и убавка. Теперь вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, убавка. Дальше вяжем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, убавка. И еще 2 столбика без накида. Первый, второй. 18 ряд мы провязываем 42 столбика без накида. В 19 ряду мы вяжем в начале 31 столбик без накида. Провязали. Дальше вяжем убавку. Так, убавка. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Снова провязываем убавку. И 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Так, провязали 19 ряд. Следующий, 20, мы вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем убавку. Далее вяжем 18 столбиков без накида. Так, провязали 18, дальше у нас идет убавка. Провязываем 14 столбиков без накида, уже до конца ряда. Провязали мы 20 рядов. Следующий, с 21 по 25, у нас получается это 5 рядов в общем, мы вяжем по 38 столбиков без накида. Провязали 5 рядов, после этого начинаем наполнять туловище. Особое внимание уделяем местам убавок и прибавок. Вот что у меня получилось. Даже можно вот так рукой прощупать, и ощущаются сразу места, где нужно добавлять наполнитель. Так, вяжем дальше. Следующий ряд у нас идет 26.
провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем убавку. Дальше провязываем 16 столбиков без накида, убавка и еще 14 столбиков до конца ряда. Провязали. В конце ряда получилось 36 столбиков без накида. Кстати, вот наполнили мы, это у нас чуть больше половины уже получается, нижней части грибочка. Наполнили вот до сюда наполнитель и больше не добавляем. До самого конца вязания не добавляем, потому что во второй части будем вставлять глазки. Если вы сразу наполните целиком, то глазки вам потом будет неудобно вставлять, придется все равно его вытаскивать. Так, дальше мы вяжем с 27 по 32 ряд по 36 столбиков без накида. Это у нас получается 6 рядов без изменений. Провязали 6 рядов. Вот так у нас выглядит в итоге получившаяся деталь. Все, мы связали основание грибочка. Теперь тут же мы начнем вывязывать нижнюю часть шляпки. Вот такую вот, состоящую из 5 рядов. Первый ряд, самый первый, мы провязываем за передние полупетельки. Так, чтобы не путаться, поставлю маркер. Продолжим вязать. Вяжем первый ряд, захватывая только передние полупетли. Один столбик без накида, прибавка. И так вяжем 18 раз. В итоге у нас должно получиться 54 столбика без накида в конце ряда. Первый столбик. Захватываем только переднюю полупетельку. Вот, задняя осталась у нас. Первый столбик. Прибавка. Дальше вяжем. Второй столбик. Прибавка. Третий столбик. Прибавка. И дальше самостоятельно также вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Следующий, второй ряд. Мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И также 18 раз. В конце ряда теперь у нас уже получается 72 столбика без накида. Здесь второй ряд уже вяжем за две стороны петли. Первый, второй столбик, прибавка. Обязательно считайте, когда вяжете, чтобы не пропустить столбики. Третий, четвертый, прибавка, пятый, шестой, прибавка. И дальше вяжете также до конца ряда. Довязали ряд до конца. Следующий, третий ряд. А если считать отсюда с самого начала, то это 35-й. Мы вяжем 11 столбиков без накида, прибавка, 6 раз. Первый раз я провяжу вместе с вами, дальше будем вязать самостоятельно. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый столбик.
Дальше вяжем прибавку. Вот еще так же провязываете 5 раз. В конце ряда у нас получается 78 петель. Довязали до конца ряда. Следующий, четвертый ряд, мы вяжем уже 12 столбиков без накида прибавка, также 6 раз. В конце ряда у нас получается 84 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый столбик. Прибавка. Также еще 5 раз вяжем самостоятельно. Довязали до конца ряда. Следующий, он же последний ряд, 37-й, я если считать от шляпки, то 5-й. 13 столбиков без накида прибавка, также 6 раз. В конце ряда у нас получается 90 столбиков без накида. Довязали последний ряд, делаем соединительную петлю и вытягиваем ниточку. Все, связали основную деталь, вот такая вот она получается. Потом это все ровненько, красивенько будет пришиваться к верхней части шляпки. Так, во второй части мы уже сейчас связали больше половины деталей. Во второй части мы с вами свяжем верхнюю часть шляпки коричневую, свяжем носик и будем оформлять личико, пришивать ручки-ножки. Спасибо всем, кто вяжет вместе со мной. Как только выйдет вторая часть, я обязательно оставлю ссылочку под этим видео. Переходите и вяжите дальше. Всем пока!